За последние годы молодое поколение все чаще покидает деревни и села. Как следствие, детей в глубинках становится все меньше. Из-за этого появляются школы с двумя учениками и детские сады, в которых воспитателей больше, чем малышей. Решать подобные проблемы необходимо коллективно при поддержке Минобра и региональных властей. Для этого в ульяновском правительстве была создана комиссия, которую возглавила первый заместитель председателя правительства Екатерина Уба. Спасибо всем тем, кто услышал поручение губернатора и его очень четкий посыл по поводу того, что без прохождения обсуждения на комиссии такие решения ни одним учредителем, будь то орган исполнительной власти или муниципальное образование, проводиться не может, и окончательный вариант решения озвучен быть тоже не может. После вступительного слова перешли к делу. Из села Средний Сантемир Новомалоклинского района поступило предложение о присоединении детского сада к общеобразовательной школе. По словам местного начальника управления образования, оптимизация необходима. Если учреждения объединят, то педагоги не останутся без работы, и финансовые вопросы будут решаться намного эффективнее. Необходимость реорганизации филиала обусловлена необходимостью эффективного использования кадрового и финансовых ресурсов. Реорганизация детского сада «Теремок» не влечет изменения режима работы, а также изменения условий труда для работников. Детский сад станет структурным подразделением школы. Екатерина Уба и министр образования Наталья Семенова выслушали предложение и отнеслись к нему положительно. Для того, чтобы слияние двух учебных заведений воплотилось в жизнь, местный образовательный актив должен предоставить дорожную карту. На заседании Новомалоклинским районом не ограничились. В Ульяновском, Старокулаткинском и Цельнинском тоже назревают перемены. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Новости Улправды ТВ.